собой встречаем знакомые лица, и даже несмотря на то, что недавно прошел наш юбилейный концерт, все равно мы кому-то еще интересны. На самом деле, это очень для нас значимая тоже площадка, потому что редко, когда нам доводится выступать в подобных залах, здесь все дышит творчеством, все дышит временем, искусством и каким-то таким удивительным, одухотворяющим началом. Поэтому мы стараемся соответствовать. Несмотря на то, что в нашем репертуаре много есть разных песен, есть и такие, как бы это получше назвать, такого прикольного содержания, да? Но мы постараемся, чтобы все было в рамках, которые нам диктует именно эта площадка. «Мама Джаз» — коллектив, который был создан в гимназии номер 5 ровно 10 лет назад. В этом году серия юбилейных концертов отмечает как раз вот это событие свое. И в составе нашем, в общем-то, изменений с прошлого года так и не произошли. Мы остались прежними. Еще раз представлю девушек. Это Ирина Новоселова. Ирина Харченко. Наталья Калинина. Елена Вергунович. Бессменным руководителем, аккомпаниатором являюсь я, Элла Хрусталева. Мы начинаем.